Рижская примария инициировала процедуру снижения тарифа на вывоз мусора. Этот вопрос обсуждался в четверг на заседании муниципального совета. Вице-мэр Игорь Шереметр сказал, что 19 сентября этого года апелляционная палата Бельц отменила решение муниципального совета от 2013 года, согласно которому тариф повысился втрое. Однако данное решение пока не вступило в законную силу, так как в течение двух месяцев стороны могут обжаловать его в высшей судебной инстанции. 19 сентября 2017 года апелляционная палата муниципального Бельц было принято решение об, то есть оставили в силу решение первой инстанции об аннулировании решения совета 2013 года, согласно которой как бы поднимались вот эти тарифы где-то вдвое или втрое. Согласно процедуре, предусмотренной законом об административном суде, решение суда является исполнительной с момента, с которого не только является окончательной, но и вошедшей в суде в законную силу. То есть по решению апелляционной палаты это решение только окончательное. Оно еще не вступило в законную силу. То есть людям я хочу пояснить, всем потребителям, физлица, юридические лица, вот с того момента, как это решение, если будет поддержано либо высшей судебной палатой, или же заинтересованные лица, то есть в этом случае, конечно же, истцы или совет муниципальным исключает, что обжалуют соответствующее решение, то есть другое заинтересованное лицо, если не обжалуют в течение двух месяцев, то тогда уже входит в законную силу и является уже исполнителем. То есть с этого момента они имеют уже право подавать ходатайство на пересмотр тарифа. И, конечно же, на будущее применялись уже старые тарифы, которые действовали до 2013 года. По словам вице-мэра, примария будет добиваться возвращения старого тарифа, который был сформирован до 2013 года, так как, по мнению нынешней городской администрации, концессионер завысил плату необоснованно. По этому сегменту очень усердно работается. Уже два совещания профильной комиссии по пересмотру соответствующих тарифов, которые были повышены в 2013 году, необоснованно, мы считаем. По предварительной оценке мы уже как бы оценили обоснованно. Основания, то есть часть из них как бы затратов не обоснована. Я думаю, что тариф не будет больше, который применялся до 2013 года. Это стабильно будет. Через две недели состоится третье совещание специализированной комиссии, на которой детально рассмотрят причины повышения платы за вывоз мусора. Для этого мэрия запросила у представителей Solubrity Solution полную информацию об инвестициях, ссылаясь на которые концессионер попросил у муниципального совета в 2014 году повышение тарифа.